упал к нам за забор. Ничего, его никто не убивает? Ну, не к нам, а... за забором. Он еще пока далеко. Сейчас попробую его приучить. О, все, он согрелся. Так. Очень надеюсь, что никто из наших не разбежится. Мы его убили. И Карна сейчас тоже прибьют сразу же. Все, Карна тоже убили. Мне, короче, с пушистика какая-то тропнулась штука. Она даже на русский не переведена. Ютиранус. Легкие, короче, ютиранусы. Так, блин, ты 600 метров. Приди, пожалуйста, поближе. Сейчас я последний кусок металла, за которым я просто шел, собью. И все, двигаю в твою сторону. Такие комки катятся прям. Сколько интересно. Ага, понял. Ой, тут такой красивый оленьку. Блин, второго левела. Сейчас я его, наверное, просто приручу, пусть будет. Он просто такой красивый. У него золотые рога, и он сам такого... Полосатый? Темно-серого, такого стального цвета. Косинки. Я ему сейчас морковь кину. Такс. Да, что, это тоже барак получается. Сделай расширение как-нибудь там уже. Ну просто понимаешь, это не нужно. С животными будет тяжело. Как бы они просто все ходят и тяжело с ними будет. Чтобы выпутывать их там из этих расширений. Ну, так, согласен тоже. Да пофиг. Главное внутри, меня снаружи вообще не интересует, как это будет. Я бы сделала, но, блин, во-первых, места побольше. Ой. Вообще уже устал.
стало строить. Я хочу в поход. Сейчас ходим. С волков кератин падает? Нет. Пушистик, что ли? Вы приручили большерогий олень. И дом растарялся. Теперь в два раза больше орать они будут оба. Прибей. А ты да, блин, он красивый. Прям золотые золотые рога. А наши бомжары. Ко мне столько полезется, прям мимо не пройти. Там, кстати, этот кабан не голодает? Нет, я же забила его мясом. А он его не съел еще? Ну так у него. Вообще, давай пойдем. Сейчас я только до дома дойду. Можно только, ну, сейчас знаешь как? Ах, пройти чуть, ну, короче, выше, чтобы карту открыть. Mm-hmm. И туда.
двум горам пройти. Такие все возле ворот стоят, возле забора. А они убивали. Только скидывай, ну, в правильный ящик, ладно? Я не хочу проходить, перебирать. А ты забрал топор, да? Мой. По-моему, да. Ну там у нас топоров тьма. Пожалуйста. А у нас есть топоры. Так, деревянное, значит, это вот дерево. Просто, так. Да, деревянное, не крашеное, да, пока что. Туда все сразу, все вместе. Волокно, солому, дерево и этот, можно кремень. Даже, как его, и кремень туда же. Вот, там, вообще, просто, какой же это химик.
Ящик. Страшные звуки. Почему? Ну, просто кажется, что что-то там случилось. Я с плота ящиков, с плота тут повыносила все. Я оставила там только уголь с нефтью. Угу. Все остальное я вынесла. А верстак не трогала, верстаки ничего не брала. Не, верстак я не нужен, там пусть, ну точнее, пусть ну, там я лежит. Знаю, я в курсе, поэтому я не оставила все. Я только второго мамонта расстарила. Так, знаешь что, тогда, наверное... Ягоды у тебя еще есть, да? Тебе некуда ягоды сложить? Почему? Есть. Там первые три ящика это под ягоды, под всякую вот эту буду. А в этом что ящики? Что это за мусор здесь лежит? Это я просто скинул, чтобы... Это не мусор, это мои вещи. Я просто скинул пока в последний. Ясно. Чтобы таскать за раз больше. Говоришь, ягоды? Ну да, ягоды. У тебя хватит? Не хватит ничего. Ну, здесь вот два зеленых пустых ящика. Ну, а, да, точно, ягоды в зеленые складываю. Так, все, осталось два момента. Так, если ты у меня забрал топор, я тогда пойду себе новый найду. В этом... В верстаке, да? Наверху, в ящике, где шмотки. Понятно.
как ты ленивец вчера достал? Ну, порулил. С разных порулил? Сторон подпл... Ну, с разных сторон подплывал. Кто как вывел. Спасибо. Берегу жемчуг собираю. Угу. Кто там заканчивается? Так, ну мне осталось последним мамонта расстарить. Угу. Быстро за две ходки. Нет, все-таки ту печку я хочу поставить, потому что мне столько всего надо делать. Я как представлю, что я буду в этих котелках обоссанных. Все-таки сейчас пойдем в поход, и после похода я сделаю печку. Потому что я сейчас такая сижу, думаю, мне надо сделать этот напиток для, ну, чтобы восстановить ХП. Я как представлю... ужасно. Печка. Вот только единственное, куда ее ставить, наверх или вниз вместо ступок? Думаю, вместо ступок, наверное. Вместо ступок. Думаю, ступки оставить, еще и печку сверху прилепить. Ну, тут смотри сама. Печка электричества нужно? От бензина работает. А, ну тогда вообще по барабанам две лепить. Так, растарим. Так, блин, внизу. Ну, в принципе, можно и внизу вместо ступ. Так, ну, в принципе. Да, можно и внизу, в принципе, бегать недалеко будет. Просто здесь дверь открою. Ну что, я тогда сейчас... Тогда не буду хрустеть, значит, громко. Нет, ну, нет, хрусти, это вкусно очень. Ты будешь брать с собой костяного парня? Он медленный. Дальше не будешь. Так, у нас слитков сколько... шестьсот. Маловато. Так, два топора пусть будут. Так, стрел немножко. Еда, больше ничего не нужно. А, еще отремонтировать нужно шмотки, которые на мне. Я тогда с это латы возьмем еще обязательно. Угу. Сверху там латы. Так, штаны. Вверх, вниз, все. Так, перчаточки мы сейчас починим.
Вот эту дырку бы задел, наверное. И потом все сделаем. Про какую дырку посмотреть? Возле верстака. Потом сделаю. Нет, это не станет. Так, все, водой запасся. Едой запасся. Сейчас я... И GPS на всякий случай. Так, ну я в принципе готов. Я пока нет. Да, конечно, так круто. Шкафы стоят. А если их еще там в ряд между ними типа дорожку сделать? Вообще реально как серверная прям будет. Меховой шмот тогда, короче, потом слону сложу, окей? Алло? Алло, ты тут? Да, я тут. Отводи своих слонов, чтобы я смогла волков провести с ним. Сейчас, секунду, я еще кирки возьму, наверное, что я посчитаю, о них не забыл. Кирка. Все. Так. Ну-ка. Понятно. А какую возле станка ты хотел дыру заделать? Которая там на улицу ведет? Да. Как ты бегать собрался? Ну, она такая неэстетичная дыра. Ну, не могу туда, конечно, положить его. Поставить дверь. Просто тебе бегать будет неудобно. Я, например, всегда через эту дыру бегаю. Да я почти там и не бегаю. Так, ну все, я отвел. Там пуш. Шестик пугает волков. Я не хочу туда идти, я боюсь очень. Так, сейчас. Там своих чуваков не соберу. Красный за черный, серый за жанр. Так, серый следует за белым. Так. Ну, мы можем его убить. Убивай. Я просто туда не пойду, я потом не говорю, не соберу волков. Как пойдем, скажи мне. Ну я не знаю, как пойдем. Давай через мост, только надо убить пушистика. А его убили? Вообще-то нет. Вообще-то да. Кто его убил? Волки. Которые бегут на меня. Ладно, с волками я разберусь.
нормальный 34-й уровень. Так, сейчас я апну своих хпшечку, наверное, апну мелким. Ты ж хотел ему вес качать. Ну, что-то жалко будет, если они в походе помрут. Ну, там уже я им так уже вес укачнул. Так. Беги вперед. Посмотри, там все за мной. Да, будут все за бежать тобой. По мосту. Угу. А один провалится. Отстал почему-то. Вокруг побежал. Но он в прошлый раз, по-моему, точно так же. Да все, беги, он плывет. Ну, ты видишь, что он застрял, а не плывет? Ну, вот вытащи теперь его. Вытащу, сейчас со своими пробегу придурками. Было хоть дня дождаться, что ли? Так, стоять. О, плывет. А, он за тобой побежал. Кератин больше не падает. А, хотя вот, 20 кератина. С кого? 30. С анкилозавра. Нифига себе. Это, короче, я сейчас убила троих анкилозавров, и мне выпало 50 кератина с них. Неплохо. Ничего не вижу, хотя еще сраный дождь. У тебя дождь, у меня снег. Ничего не вижу. С факелом еще хуже. Да, вот дождь сразу пошел. Так, ты сейчас где? Возле водопада, что ли? Какого водопада? Нет, я тут на берегу. Ты не видишь факел? Нет. Ну, не знаю, обернись, посмотри. Ты, наверное, за камнем не видно. Да, я за камнем. А, все, вижу. Надо тоже сделать, что ли.
вообще никого нет. Мы можем пойти, как мы в прошлый раз шли? Нет, надо карту открывать. Так что нам надо открой карту и посмотри там, где карта не открытая, это инкогнито. Вот там надо пойти, чтобы мы открыли дальше карту. Так. Так, этот островок. Если она, конечно, будет карта открываться. Должна. Но она же, видишь, открылась половина. Да. Где мы прошли. Что-то вообще, короче, с этой карты беда, что я не понимаю, где мы. Ну, я так понял, просто через лес сейчас нужно будет идти. У тебя там с товарищами беда. Если здесь мы в лес зайдем. Ты говоришь, что нам через лес? Ну. Я просто не знаю, куда. Ну, примерно, да. Ну, пойдем, мы там еще не были. Отметка МИ так осталась там, где я карту посмотрел назад, оглядывайся, но там. Над тобой. Блин, странно, почему они маркер-то все убрали? Мне кажется, просто баг какой-то. Ой. Чё? Подожди, пожалуйста. Сейчас, стой. Я хочу переодеться и шмот положить. А, точно, переодеться. А то у меня чувак уже что-то... Ему жарко. Блин. Топор поломанный откуда-то. Что-то не видел. Ну ладно. Сейчас тоже в серого положу. Да, так быстрее бежать. Так. Черт. Такая тень без этого. Ты чё? В этого, в моего большого положил этот, свою броню? Я не знаю, в кого надо было класть.
Да, в белого. Ну ладно. Если мелкие сдохнут, то и прощай, броня будет. Не, броня не прощай. Ну ладно, в принципе, оно не мешает. Ты переложи серым. Да я просто так посмотрю, не могу понять, что такое. А у тебя было только 4 шмотки? Нет, у меня было 5 шмоток. И у меня только 4 здесь лежит. Ну, видишь череп, это... А, все, броня. Блин, точно. Не выкинь его, пожалуйста. Да нет, зачем он трофей? Нет, ну как бы броня, просто скинь череп. Не, ну, я имею в виду, что это трофей, как бы, а я такой не выкидываю. Там полоса, да, прям за мной, что ли, идет? Ну, из поваленных деревьев. Нет. Так, здесь два паразавра. Блин, так что мне просто здесь очень неудобно бежать вперед, потому что... Очень тяжело. Тем более с них ничего не падает. Падает опыт. Так, мамонты. Вроде бегут. Блин, я вот застрял. Походу случайно выбежали. Кого они там бьют? Я не помню, мы здесь были или не были. Ой, это что, вулкан что ли? О, блин. Алло. Вон он. Справа. А, ну, наверное, да. Попробуем к нему подойти. Да, блин, с мамонтами, конечно, бегать проще мне, хоть они тоже те еще не проходимцы, но, блин, по крайней мере, в деревьях хотя бы путаются. Как тот придурок. Ага, и тебе за ним бежать. По просеке, наверное, такой. О, там бегает этот, Альфа. Альфа кто? А, Альфа Раптор. Угу. И я вышел на металл тоже. Блин, так. Да, надо замочить Раптора. Там только тут так тяжело пробираться. Сейчас, где мы хоть находимся, непонятно.
Сейчас, у меня же есть GPS. И GPS что тебе говорит? А у меня сейчас, блин, попил случайно. Как им пользоваться? Так, он мне показывает координаты 42-30. Так. Короче, лат 42, лон 30. Ага, вот так, мы где. Так, лонг, долгота. Долгота это сверху вниз, да? Нет, это слева направо, лон. Ну, короче, лон 30, лог, точнее, лат 42. Короче, скажи мне сначала... По вертикали 42. По вертикали. Так, 42, а по горизонтали? 30. Ну, оно и упирается в отметку ми. А у меня нет. У меня упирается в отметку ми. У меня ми прям, короче, прям под... Вот ну, видишь, сверху такая пиндюрочка? Нет, у меня острове, в другом квадрате на даже. На острове. Вот у меня, короче, ми в квадрате по вертикали от 40 до 50, а по горизонтали... От 30 до 40. От 30 до 20. Вот в этом квадрате у меня ми. А у меня он на пересечении 30 по по вертикали и 40 по горизонтали. Прикол. Ладно, пошли дальше. Ну ладно. Блин, ну, GPS, ладно, полезная штука. Угу. Хотя бы точно будет говорить. Ну, не знаю, насчет точности. Ой, блин, ой, блин, ой, блин. Раптор. Да. Давай гони его сюда. Так, на сейчас. На этот берег. Потому что в воде трудно дела делать. Давай, сейчас. О, они, по-моему, сагрился. А нет, это была пиранья. А нет, раптор сам сагрился. Отлично, ты его убила. У тебя даже кто-то апнулся. Ну-ка, как он покоцал? Он почти не покоцал моего. Потому что свинья лечит, видишь, как хилит. Угу. В режиме нон-стоп. Пипец здесь-то. Дай-ка я скриншот сделаю, подожди. В смысле, а чё там? Да не такие все это. Все стоят так. Потом покажу. Так, ладно. Я пойду, наверное, металл подобываю. Скорпион справа. Сейчас. Так, ты стой. Он там что-то пытается напасть. Где? Где? Вот, в общем. Все, его съели. Угу. Блин, все в камнях. Да, 50 хитина с него выпало. Так, здесь ходит мини-стега. Кентозавр. Сейчас оставь он мне это кератин. Если я вылезу вообще отсюда. Да я здесь пешком-то еле прошел, если честно. Ну да. Тут, кстати, уже второго скорпиона я нашла. И это хорошо. Ну и это все, короче. Больше здесь нет скорпиона. Самое главное, тут есть металл. Это не главное. Чё? Вообще-то, чтобы поставить мега-печь, там, блин... Надо дохренища кератина и хитина. И металла. Ой, металла там чуть-чуть.
Ладно, ну, давай, работай на мою мегапечь. Вот. Потому что по приходу она должна у меня стоять. А это случайно не та же гора, которая... Да нет, вроде не та, но она очень похожа, конечно. Блин, здесь наверх бы вообще подняться всем вместе. Так давай. Сейчас. Но, блин, здесь рубить придется, конечно. Прорубаться просто. Здесь пешком-то еле прохожу. Так, значит, нужно будет сделать топор простой. Или кирку лучше сделать. Камень, дерево, солома. А тут нужно кремень, солома. Блин, конечно, клёво тут. Да, тут жесть какая-то. Солома нужна. Наверное, я кирку, наверное, буду делать. А жаль, мамонты не это. Не бьют камень. Угу. О! Синий лук и синяя кирка у меня почему-то в инвентаре оказались. И тканевая бандана зеленая. Слушай, у тебя в инвентаре ничего не появилось? Посмотри, пожалуйста. Нет, у меня ничего нет, я смотрела. Но синий лук, он тебе не нужен, как и мне. А синяя кирка — это хорошо. Так, сейчас я прибегу, заберу мамонтов. Тут что-то мне здесь одному сыкотно ходить. Да, Дизикурус, которого... Мои волки убивают за 4 укуса, я его уже полчаса ковыряю. А Дидикурус это кто? Броненосец. А. Пипец, я не знаю, не могу его убить. Кажется, я быстрее топор поломаю. А, так ты его еще топором? А чем мне еще его убить? Большой камень, давай ломайся. Мамонт. Ой, надо было арбалет починить. Давай тебе тот лук дам. Да зачем? А какой у него урон? Так, у него урон 140%. Но ты его чинить сможешь, ну, из говна и... палок, скажем. Короче, так. Я не могу этого Дидикуруса убить вообще, он просто не умирает. Да кусай ты его! Я его мамонтом просто топтал. Куда кусать? У меня волки внизу остались. А.
Я что, дура, что ли? Вот с волками ходить и топором их его бить. У меня внизу волки. Я пошла вверх на разведку. Потому что здесь волки, они все... Я испсихуюсь. Потому что они все здесь запутаются и потеряются. Я прорубаюсь. Блин. Ты их назвал... А, ваш волк. Я думаю, что за мой волк? Ваш волк. Он мне написал: ваш волк убил кого-то там. Ваш волк 2. Блин, я, короче, где-то потеряла одного волка и свинью. Свинью я вижу, хилит она. Видишь, хилит, ладно, хорошо. А еще один волк. Скорее всего, и волк здесь же. У меня просто все волки убежали, короче, разбежались там. А вот он нашла. Они все разбежались там. Куда? Так, а где свинья была, Хилева? А, вон наверху вижу. А, ну, блин. Теперь его надо как-то ее достать. Подожди. Сейчас, подожди, я тут, ну, прорубаюсь, поэтому... Это не быстро. Странно, я почему-то замерзаю. Так, тут разбито. А ты что, улица не узнала? Странно, что даже на солнце столько. По идее, динозавры здесь должны не меховые. Они же хладнокровные все, да, были? Пумба там ходит кое-как, пытается до тебя путь дойти. Сейчас только через эти... Нам надо наверх. А? Ты веришь, что нам надо наверх? Да, там открытое пространство. Ну, нам бы ровное пространство. Ну, оно ровное, открытое, ровное. Пусть даже и такое, в виде горки, но оно ровное. То есть там бегать нормально. Карта перестала открываться. В чем прикол? Вот мы прошли тогда... Она да, как мы тогда прошли. Отметка была. Угу.
Ой, блин, пипец, как тут прорубаться. У меня мамонт, короче, в землю ушел, одна жопа торчит. Никого не потерял. Там что делаешь? Да я читаю в интернете. Что? Про карту. А. Пыталась про карту найти, ничего нет. Вообще, как будто бы ни у кого такой проблемы нет. О, такая дорожечка крутая. Чё-то как-то ты мало прорубил. Ну извините. Шучу. Ты ещё меня заставишь уже поднять его. Так, я вот так, нужно скорее всего параллельно потом пойти вот так завернуть. Сейчас. Да, здесь, конечно, какой-нибудь хрен, который камни бьет, было бы замечательно. Но этот хрен... Я предлагал анкилозавра усыновить. Он такой медленный. Хотя, здесь, конечно, было бы быстрее, но таких ситуаций не так уж много. Металла здесь так много. Земные динозавры теперь могут атаковать в воде. Так они вроде до этого умели. Ну, написано, что в основном патчем они теперь умеют. Раньше, значит, не умели. Идиоты. Кусков.
Ты там работаешь. Да. Ну, как я? Еще и металл немножко добываю. Блин, пипец. Два камешка здесь просто, я их задолбался жить. Улучшены частицы дождя. Ты чувствуешь, что вот эти частицы улучшены? Нет. Я нет. А они улучшены. Ну ладно.